Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервер. Не забывайте увидеть моник при регистрации, моник Кирилл Подбулови. Если вы эти моники прокачаете до третьего уровня, я получу 250 тысяч и 150 тысяч я дам вам. Поэтому обязательно вводите моник при регистрации. Как вы поняли, сегодня снова серия и сегодня я хочу поработать на дальнобойщиках. Но это еще не все, давайте договоримся, пацаны. Если вы набираете на этой серии 50 лайков, то следующая серия про дальнобойщика выйдет с веб. Либо можно будет сделать серию, сколько я заработаю на час на дальнобойщиках. Поэтому, пацаны, покажите просто-напросто активность, поставьте обязательно лайк и можете еще подписаться на канал, кто не подписан. Все, я полетел, получается, на вас в дальнобойщиках. Всего их несколько, но я решил полететь именно в Батырево. Как-то мне Батырево больше всего нравится. Кстати, сейчас работает много дальнобойщиков. Вот там чувак просит ему продукты привезти. Ну да, здесь как бы работа дальнобойщика реализована больше как, ну, типа, разводишь продуктов. Но посмотрим, сколько мы сможем заработать, в принципе. Ну, понятное дело, мы будем там пару рейсов сделаем, несколько. Если вы наберете много лайков, то, возможно, я запишу серию, где я буду работать час. Либо с вебкой просто буду катать рейсы. Так, садимся в фуру. 250 рублей стоит аренда, да? Отлично. Ага, трейлер нужен, короче. Так, берем прицеп. И сейчас будем, короче, брать патрончики. Или что там нужно? Здесь, типа, только патроны можно возить, я так понял. Так, вот, 5000 рейсы. Ага, это именно по амунациям ездить нужно. Я понял. Короче, есть, типа, разные места, где дальнобойщики. В одном месте бензин возишь, в другом патроны, там, в третьем еще продукты и так далее. Ну, короче, я понял. Ну, прикольно сделали. Так, я не знаю, куда нам ближе ехать. Просто здесь не написано, типа, амунация 11. По-моему, чувак и просил в амунацию 11 привезти. Давайте тогда привезем ему, в принципе, в Южный. Все, я взял. Он еще там доплатить должен, поэтому почему бы не поехать. Теперь нужно ждать 30 секунд, короче. Ну, скорее всего, вы будете видеть, как я еду, но я под музыку это сделаю, потому что всю дорогу комментировать это будет такое себе, я думаю, вы понимаете.
Ну, короче, у меня пацаны крашило. Как видели, я перевернулся, но мне помогли админы, за что им большое спасибо. Реально, просто два админа тпхнулось, перевернуло мне фуру, в принципе, но мне пришлось ехать назад, я начал ехать назад, и в итоге меня просто-напросто крашило. Заебись просто, реально охуенно просто. Реально, эти краши у меня просто в КРМП уже реально бесят очень сильно, прям. Вы не представляете, насколько меня бесит просто эти краши. Реально невозможно снимать, я не понимаю, с чем это связано, типа. Да, я давно игру переустанавливал, но, блин, у меня даже модов никаких нету, по сути, только мод на графику стоит, но от него не может краши происходить, поэтому я не знаю, в чем проблема, но реально бесит, просто мешает очень сильно снимать эти краши, потому что ты просто нажимаешь запись, допустим, и тебя просто-напросто крашит. Я не знаю, с чем это связано, но как-то это нужно решать. Короче, хрен с этими патронами, я не буду вести там АМО 11, я сейчас поеду, лучше буду возить бензин, это будет намного проще, быстрее и легче. Все, я приехал на другую базу дальнобойщика. Давайте Монти куда-то сюда поставим, чтобы он никому не мешал. Так, сколько? 20 тысяч? Что за бред? Сейчас бы 20 тысяч платить за грузовик. Это типа чей-то бизнес или что? Почему так дорого? Я вот не понимаю, почему так дорого? 20 тысяч просто за... Ну, такое себе. Так, за топливо. Так, отлично. Окей, так. При закупке топлива вы получаете... Заказ на... Окей, ждем. Я не знаю, куда мы будем ехать. Типа, заказ на 20 тысяч. Здесь, типа, нормальные бабки платят. Или что? Минус 9 тысяч. Так, и где это находится? Давайте посмотрим. Быстренько. Пойди в Батырево. Ладно, едем тогда в Батырево, короче. Блять, у меня прицеп отцепился. Тут дается 55 секунд. Быстрее, блять. Я не хочу обратно ехать. Пожалуйста, я не могу прицепить. Алло, алло, блин. Алло, прицепись, сука. Пиздец, ебать, я обосрался просто, реально. Я просто не хочу обратно ехать. Реально, я уже почти доехал, кстати, до заправки. Тут осталось буквально чуть проехать. КПП там вот это маленькое, и все. Ну, блин, здесь дальнобойщики, ну, как бы прикольный, конечно. Все же, я не знаю, типа, здесь прибыльно или нет. Конечно же, если скилл качать, то будет прибыльно. Так, мы уже поддержали. Давайте, оп, выгрузился. В натуре я 22 тысячи получил. Просто 22 тысячи получил. Чистая прибыль составила 13 тысяч. А, ну блин, все равно, пацаны, неплохо, я считаю. Типа, блин, я ушел в плюс, по-моему, немножко. Совсем немножко ушел в плюс, просто аренда была 20 тысяч. Не, ну прикольно, кстати, типа, получать 13 тысяч, типа, за то, что бензин привез. Это довольно-таки неплохо. Ну что ж, я думаю, на этом я буду заканчивать. Получилось у меня сделать всего лишь один рейс, такие приключения дальнобойщика чисто были. Админы мне помогли. Я вам напоминаю, что если вы набираете здесь 50 лайков, я следующую серию делаю с вебкой уже, получается, про дальнобойщиков. Ну, либо можно не про дальнобойщиков, но, короче, делаю с вебкой. Можно будет записать видео, как я буду 1 час работать на дальнобойщиках. Либо можно стрим будет запустить. Ну, короче, пацаны, с вас главное это лайки, то есть активность, поддержка там и так далее. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.